Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч, и седьмая часть видеопрохождения игры Dark Souls, часть вторая. Так, в прошлой части мы с вами зачистили внешние дворы замка, заполучили ключ от особняка в Маджуле. Но прежде чем мы туда сунемся, давайте-ка сбегаем к вороненку Снагли и попробуем ему подсунуть осколок титанита. Просто по аналогии с первой игрой, там за осколок титанита он какую-то плюшку нам все-таки давал. Отлично. Так, теперь бы еще сообразить, как бы туда дойти. Лестницу мы так не опустили почему-то. Я даже не знаю почему. Что очень достаточно странно. Так, ладно, поход сюда. Более мало чем мы здесь рискуем. Иди сюда. Бэкстеп хрен получился, ладно, бывает. Дубинкой как-то необычно их долбить. Даже жалко становится иногда. Упс. Да иди ты. Ух ты! Иногда камера, она ведет себя как-то очень странно. По поводу вон того... того гробика, который лежит у воды, и там его охраняют, ну, я даже не знаю, как их назвать, это мутировавшие винни-пухи. Если вы туда залезете, вы поменяете свой пол, были женщиной, станете мужчиной, или были мужчиной, станете женщиной. Но не волнуйтесь, дело в том, что если вы еще раз залезете в этот гробик, то ваша гендерность, она изначально будет у вас присутствовать. Это, я не знаю, что за прикол такой. Чисто в японском, что ли, стиле. Так, и как вы видите, нам скоро придется все-таки... Так, это маг, да, был? Нет, тоже какой-то... Нет, маг. Все-таки у него посох в руках был. Так, секундочку, у меня тут... Забыл стрелы поставить. Вот эти слоты как раз для стрел предназначены. Как можно определить, они у вас в наличии или вы забыли их ставить? Видите, сзади колчан висит. Ну, у всех он по-разному. Но... А, я помню, что здесь еще один хрен есть. Еще достаточно серьезное отличие в применении технологии бэкстепа от первой части. Здесь противники, они стали более увертливыми, и то есть они постоянно за вами, почти постоянно за вами поворачиваются, и просто так в спину к ним зайти достаточно сложно. Так, есть что тут, совет какой-то, блин. Б, шаг назад, я знаю. Так, а что, что у нас там здесь? А, ну так, лучник. Ну от лучника мы убежим. Просто нафиг он нам нужен. Один удар. Четыре дырки. Человечность придется скоро применять, походу. Ой, нет, 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 не надо мне прыгать. Давай я лучше на тебя спрыгну. Ага, хрен я там спрыгну. Сдохнуть недолго. Так, это притворившийся хрен, по-моему, да? А нет, это просто труп лежит. Икс, использовать предмет. Это туториал. Перемещение. А вот Снагли. Сейчас.
По поводу гладкого и шелковистого. Ой, так, сейчас, секунду. Залезем сюда, в инвентарь, покажу. При начальном выборе там можно было нижним пунктом выбрать какой-то непонятный гладкий камень. Если вы положите его с нагли, он вам даст вот такое кольцо, белое кольцо. Придает носителю обличие фантома, сбивает с толку вторгшихся игроков. То есть, сами понимаете, для чего это нужно. Если вы играете, так скажем, в кооперативе, ну, грубо говоря, у вас тут есть один или два напарника. Хватит с нагли, не тренди. Сейчас, ЕС, АБХС. Для вторгшегося фантома вы выглядите как нормальный такой вот, как вот сейчас я выгляжу, да? Вот, ну, примерно так. То есть весь в расцветке, весь в раскраске, но ваши сотоварищи, они выглядят вот как-то так. В общем, пока он будет разбираться, кто хозяин мира, его можно будет отпиндосить. Да, можно не отпиндосить, не знаю. Сейчас пока мне это не грозит, поэтому я его просто удалю. Так, снаряжение. Значит, мы с вами в открытом особняке в Маджуле достали. Нет, стоп. Да нет, блин. Так. Нам досталось. Снагли, успокойся, дурачок. Нам достался три обломка титанита. А почему я их здесь не вижу? Ну, нахрен. Так, это талисман Ллойда. Маленький белый мелок. То есть, значит, обломки титанита нельзя уже ему жертвовать. Ну, давайте попробуем что-нибудь ему скинуть. Вот одну. Выкинуть. Одну штуку. Да. Сейчас скажет он нам что-нибудь. Это не то. Ну, да. Я понял. Опять не то. Я не припоминаю, мне пацаны говорили по... У них английская версия. Да я понял, снагли, блин. Там что-то можно ему выкидануть. Так, это что такое у нас? Общая информация об игроке. Ох, какой я страшный, блин, черт мне. Человечность кинуть ему, что ли? Это как-то будет достаточно странно выглядеть. Давайте попробуем кинуть вот эту фигню. Нет, не то опять же. Одну человечность. Шелковистая, блин. Говорит, ну, тоже нет. Человечность ему тоже не нужна. В общем. Так, это что у нас? А, кинжал. Задолбал, блин, снагли. Успокойся, животное. Так, а почему у меня здесь кинжал? Я его что, сам что ли туда поставил? А, ну да, я в прошлый раз его поставил. Так, дубина нафиг не нужна. Так, короткий меч. А на место дубинку можно сюда прифигачить. Так, кинжал у нас 55 и... сейчас. Давайте, так, характеристика. Это что? Да что ж ты будешь? Нет, я сюда и вот. Это что такое? Так, ответный удар. Кинжал при ответном ударе только хорошо действует. Так что... Давайте дубинку возьмем. Или эльбарду. А, нет, эльбарду мы сейчас не можем. Да. Хотя нет, давайте просто сабельку возьмем. Обычную. Тоже неплохая штука. Так, вот сейчас давайте сбросим эту лестницу, чтобы потом не париться.
Так, а дружбан что там стоит? Кого он там ждет? Веселый. Шик. Съехали. Так, здесь у нас короткий путь уже проложен. Деревца мы свалили. Парень спиной там стоит или как? Стоял спиной, но услышал почему-то. Не очень хочется с ними бодаться. Ты ё... охренел, что ли, блядь? Вот еще одна фишка с камерой. Абсолютно непонятная. Просто абсолютно непонятная. То есть иногда камера тупо очень близко приближается, извините за тавтологию, то есть наезжает прямо на вас, и достаточно сложно сориентироваться. И поэтому, если противник был посильнее, а не просто тренировочный моб, мы тут слились как дважды 2-4. Давайте попробуем толстяка выманить. Правда, стрелы ему много, намного не повредят. И они сразу вдвоем на нас согрелись. Они сюда за нами не пойдут ведь? Или пойдете? Ребят, давайте, давайте, давайте. Будет очень интересно посмотреть, как вы идете. Так, один согрелся. Нет, сука, идет. Ага. Нет, не хочешь, да? Стрелы, как вы видите, они обычные, пока не прокачанные, потому что я еще нахожусь на нубском уровне развития. За нами пойдет. Он сам еще не знает. Просто не хочется дохнуть. Ладно, хорошо. Нет, пошел, сука. Нет, нет, нет. Жопой. Нет, вы видели? Нет, вы это видели? Задница там двигаться начал. Гаденыш. Обычно ранение в голову наносит более ощутимый урон, нет? Нет, ты, сука, отсюда от меня не уйдешь. И главное, небось, смехотворную сумму душ за этого говнюка дадут. Если дадут вообще. Так, сможем его застрелить, пока у нас не достал, нет? Стрелы жалко. Так, 1000. Ну, рыба не мясо. Косточка, что у нас тут? Метательный нож. Вообще, честно говоря, у нас тут выбор-то небольшой. Что у нас тут есть? Мы все уже повыкидывали. Талисман Ллойда. Ну, Эстос этот для ПВП. Так, это восстанавливает заряды заклинания. Тоже нафиг не надо. Кстати, можно попробовать благословение с наглей кидануть. Может быть, он его возьмет. Ты решил утопиться, животное? Утопись, а, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Кстати, дамаг так неплохой. Ну, 160 даже. А почему? Сторона. Я тут еще снайпер здесь, блин, с луком. Мне больше всего радовало в первом Dark Souls. Там есть такой спецарбалет, тройным зарядом стреляет. Вот это была вещь. Утони уже, блин. Или сдохни. Не знаю. Сейчас мы поменяем пол
нашего персонажа. В открытом бою я стараюсь с ними, с этими говнюками, не сталкиваться. Ну, помните. Так, подождите, почему у меня такой перекат хреновый? Странно. Ладно, потом попробуем. Так, ладно. Снагли, успокойся. Да, шелковистая давай. Слушайте, все там пытаются ему что-то всунуть, походу. Он, видимо, недоволен этим делом. Выкинуть одну штуку. Да. Сейчас скажет, не, нафиг. Не, не то. Да я понял уже, понял все. Небесное благословение тоже не надо. Помолчи. Так, если посмотреть на статы, сколько мы можем нести-то, блин. Урон, защита, баланс, ПД. Так, выносливость. Вес груза 44,5. Ну, видите, в правом углу 19,3, 43,4%. Так, хреново. Сейчас мы давайте что-нибудь из сборники скинем и посмотрим. Ну, например, возьмем, снимем. Броню, штаны тоже. Вот это снимем. Так, 43. Так, уже получше. Да. Правда, видон вообще ужасный. Зомбизи, блин. Зомбак. Так, с 35,6. Так вот, за этим, за большим крючуном ничего не пряталось, ничего не стояло. И абсолютно ничего. Так, не сверзится бы. Вот если туда пробежим, то утонем нахрен. Ну, точно так. Давайте ради хохмы. Проходит время. Так, ну и чего? Женщиной же должен стать был, нет? Не, мужик. Странно, блин. Может, мы что-то не то сделали? Значит, меня то ли обманули, то ли еще чего. Так, коли еще атаки. Ладно. Одеваем обратно наш шматье. Один, четыре. И 1,8, 1,2,8. Вообще нахрен валить отсюда. Уж извините, а косточкой и возвращение пользоваться не буду. А, ну здесь вот эти вот мобы возрождаются. С этими своими бешеными атаками задрали уже. А, и вот еще что меня интересует. Так, не удосужился посмотреть. Итак, если мы... Да, на общий вес влияет оружие следующее, да? 3, 4. Если мы будем пользоваться одним вооружением, то, по идее, это все будет нормально, да? Так, 39,4. А кольца, по-моему, не влияют. Нет. Подожди. Кольца тоже самое влияют. То есть вот
все, что мы с вами носим. Omnium meum et cum porta. Все свое ношу с собой. Все это, оказывается, каким-то образом влияет. Так, ну ладно, нет, ну ладно, хрен с ним. Просто какие-то у него ужасные перекаты получаются. Это не очень сильно радует. Нафиг с ним. Все, давайте в убежище трусов. Маджул. Моргенштерн. Да, ну, кстати, с кровотечением. Эффект кровотечения. Bearer of the curse. Seek lest this land. Так, новый уровень. Давайте посмотрим. Так, стойка, что ли? Да, вообще выносливость. Нет. Нет, вес груза физически. Да. Но только уровень здоровья и вес груза до 46, по-моему, это смысла вообще никакого не прибавляет. Значит, если в ловкость качать... Атака левой рукой усиливается, и основная характеристика. Повышается правое оружие. Сила 70. 77. И от яда защита больше. Так, я, пожалуй, блин. Так, а здесь что у нас? Подвижность, различные показатели сопротивляемости. Хрен знает. Подвижность. Давайте подвижность качнем. Вот видите, у него помимо всего прочего и подвижность еще усилилась. Действительно. Так, ну что, пойдемте смотреть, что там за страшный монстр находится, от которого в прошлой части там столько кровавых пятен осталось. Не, пожалуй, давайте-ка к кузнецу зайдем, что-нибудь купим. Но эти кровавые пятна, которые здесь раскиданы, это вот ребята от этих, от хрюшка погибли. Вы в курсе, да? От свиней поганых. Так, купить. А нет, стоп. Можно, кстати, усилить. У нас 500 как раз хватает. Так. Сейчас, в прошлый раз мы меч Хейда усилили. Значит, двумя осколками титанита. Характеристики. Так, давайте еще раз меч усилим. 630 душ. Ну, да, логично. Хорошо. Ну, 20 стрел. Как раз то, что мы потратили с вами. Да. Свинохрюнов. Вот этих вот, блин. Плюшевых медведей, блин. С хвостами. Может, написать им так вот, осторожно, свиньи. Это типа, поможет только кольцо сообщение, нет? Кольцо требуется, да. Никакой не прыжок, просто тогда можно будет прыгать. Так, а здесь? Здесь... так. Где удар? Удар в спину. Нет, просто удар, атака. Может помочь атака. Сохранить. Ну, по камушку ударить. Может, кто не знает. Так, а вот здесь. Так, хрендели там меня не заметили пока. Нет, они там стоят. Осторожно. Существо.
битва, сильный враг. Но по большому счету он сильный. Несмотря на то, что они свинки. Твинки, пинки, свинки. И давайте все-таки посмотрим по поводу щита. Он усиливает Берлин. Конечно, удар мы держать на 90% будем, но не слишком это будет хорошо. Такая-то 85 защита от огня. Это вообще говно. Малый щит. Это круглый щит с черным камнем я возьму. Так, сообщение оценили. И вот сразу видите, не слишком хорошо кувыркаться мы стали. Может быть, нам это и не понадобится. А что переживать? Ну, сдохнем, так сдохнем. Вот, уже хорошо. Меньше 40% получается, что ваш дружок будет. Так, скелет впереди. Отлично. Ой-ё. Ух, ё. Что за скелет-то там впереди такой? Зачарованным оружием, что ли, убивается или как? Прочитать сообщение. А здесь что написано? Осторожно, скелет, но клад впереди. А, вот скелет. О, скелетон. Ну, давай иди сюда, солнышко. Попробуем. Что у него за атака? Ага, вот так. Давай. Я надеюсь, там некроманта нет. Скелет, сука, оголтел. Третий удар у него есть. Отлично, я понял. Пошел нахрен. То есть у него удар вообще не типичный. Эстус. Надеюсь, ты дружбан-то не ушел никуда. Нет, не ушел. Еще здесь. Ну, иди сюда. Иди сюда. А мы вот так. Мы тебя привлекаем. Внимание. Отлично. Хиппи. Ни хреново, да? Так, что это за скелет такой был? Вообще. Так, отлично. Мои сообщения там оценивают. Собрать предмет. А, ну хорошо. Есть своя серемежная правда в том, что один эстус мы с вами потратили. Так, давайте здесь напишем, что... Можешь помочь действия техники. Что за техники? Хват в клещи, скрытность, бой, движение по кругу, волшебство, порча, краткая передышка. Дальний бой, нет, спрыгнуть пойму внутри, пиромантия. Ну да, конечно. Бой по очереди, засада, оружие в каждой руке. Благоразумие, нет, действия. Так, блок, наверное, да, все-таки. По идее, если бы у нас сейчас было бы копье, было бы вообще шикарно. То есть, прикрываясь факел, нахрена мне факел. Прикрываясь щитом, можно было его колоть. Хотя, с другой стороны, он тоже бы отбивался. Клад впереди, блин. Интересно, здесь один был я. А, осколок фляги с эстусом еще один. То есть, еще один эстус. Скелетяра, блин, такой сумрачный пацан. Схилил вообще, пипец. Здесь, ну я понял, что здесь. Лжец. Так, глядите. Я сейчас отпрыгну еще нахрен. На всякий пожарный.
Ладно, я пока двумя мечами не буду пользоваться. Ну уж очень тяжелый. Сосуд души. Что такое за сосуд души? Что он такое делает? Покажите, кому следует, и сосуд, который может принять ваши души. С его помощью можно перераспределить уровни, но без должного руководства он просто лишит вас всех душ. Если вы на самом деле хотите начать сначала, отправиться туда, где началось ваше путешествие. А, понятно все. То есть здесь можно сызнова перераспределить все умения. То есть вообще все. Но для этого нам что потребуется, как нам сказали? Очень верно. То есть нужно вернуться в самое начало к этим старушкам-веселушкам, вернее, к трем старушкам-веселушкам и девушке, которая за ним присматривает. Куль с говном, блин, извиняюсь за выражение. Нет, я все равно второй меч нацеплю, он все равно пригодится как-нибудь. Тем более 39,4, блин. 39,4,9. А, ладно. Так, и здесь мы уже были, так что смысла здесь уже торчать нету. Пойдемте улучшим сосуд с эстусом. Так. Куда я? Нет, не надо. Вот тут народу понадохло, да? Представляете? Это первый скелет, который за игру встречается, поэтому тактику еще народ не выработал. Соответственно, получает по щам. За нефиг срать. Давайте сначала посмотрим у торговца. Может, у него перчатки-то, блин, продаются веселые. Так, что они делают? Обычный элемент без изучения. Ну, просто посмотрим, что у него есть. Все без усовершенствований, никаких, так, шлем сокольника. Доспех сокольника. Перчатки сокольника. Целый сет можно, кстати, приобрести, сапоги сокольника. 900, полторы, ну, блин, за 5 штук, фактически. Не важно. Угу. Тут душ нафармить, блин, чтобы все это покупать. Там не первый Dark Souls. Я очень рад. Флягу с эстасом мы улучшили. Замечательно. Больше у нас душ в распоряжении нет, соответственно, нам. Я опять все-таки куплю стрелы. Что сами видите, что в моем нынешнем состоянии это будет как есть. Ну, нормально. 102. Осталось 162. Меня могут разобрать на запчасти любой продвинутый моб. Так, вот там что написали, интересно. Это самоубийцы, видимо, писали. Может помочь прыжок или лжецы. Не сдавайся. Че они там пытались найти? Видите? Все сообщения пропали. Итак, мы с вами отправляемся обратно в центральную башню, главную башню. Очищенный костяной прах. Ага. То есть вот дальний огонь Маджули, если кинуть, то будете получать больше здоровье от эстуса. Это не я. Вот. Это была 7-я часть видеопрохождения
игры Dark Souls 2. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо.